моргай, ёбаный. О, о, вот оно пошло. Пошло. Классика. О, высыпаем. О, опять снимаем, красавчик. Ну, не красный, конечно, но тоже есть. Вам это не отпиздили, Включай. Включила. Видно, прошел. Эту белую? Да. Да. Очень хорошо. Пускай моргает. Красава вообще лучше. Вот это хороший кадр. 160 это пиздец. 60. Я сниму. Ага. Ой. Успели? Лена, я всегда успеваю. Красава, в Днепропетровске, а также в Чернёшково 5, в Луцке, Харовна, в Тернополе, а также в Хмельницком и по Львове от 0 до 2 градусов тепла, в Ужгороде завтра воздух повредится. Так что такие дела. Вітання усім, з вами Юлія Матвієва. У Берліні близько опівночі завершилася зустріч з незабуваємим і неповторимим шоу. 7 марта. Подаріть любимий поцілуй. Білети продаються в касах Дворца культури і кінотеатра «Дружба». От 100 гривен. Генеральний медіапартнер «Радіо Рокс» при підтримці городського інтернет-портала «Город 7.ua». Живий звук. «Картель» – завжди найкращі колекції одягу для чоловіків та жінок. Взгляни, почувствуй, не отпускай. Лучший в городі вибор оригінальних і стильних аксесуарів. Давай обнімемося. Здравствуйте, друзі, мої хороші. Скільки в місті пережито, прожито. Таксист, веселий пареньок. Ему, конечно, не вдомёк, что у меня монеты нет. Но я люблю зелёный свет. Успел працювати з так званою поліцією терористів. Викрадав дорогі автомобілі, а потім повертав власникам за гроші. Більшу частину грошей поплічники передавали ватажкам незаконних воєнізованих формувань. Решту ділили. Нажимаете «Сгоден», начинается сам экзамен. Неправильно. Четыре вопроса, три ответа. Нет, это не... Вот, вот нажимайте на красненький, посмотрите, где неправильно вы отвечаете. Красный. Второй, да? Нажали сюда и подпишите. Выбирайте язык. Да, О! О! Мы вас поздравляем! Лена, сними, ты один человек! Слушай, что, просто человек, видно, не засрал, а права покупал. Подождите, аж мобильный слышите, запишем, что вы знаете. Все, счастливо. У меня еще вопрос.